Пластиковые бутылки, пакеты, коробки – это побережье в районе бухты Тихая. Одним словом, помойка. И эта грязная история уже длится много лет. Люди здесь не купаются, боятся подцепить заразу. Только рыбаки приходят сюда за прикормленной стоками рыбой. Берег разделяет сливная труба. Местные жители уверены, по ней стекает канализация. А по словам работников Примводоканала, в бухту стекает вода из ливневого стока. Возможно, так оно и есть. Правда, здесь две трубы и второй источник с явными признаками канализации. И со строительством очистных сооружений, говорят жители, ситуация не изменилась. Я сам вон там рыбачил иногда. Я сам вижу, где всякие какашки вот плавают. Ты решили проехаться на Тихую? Ну, просто посмотреть, как тут. Рискнете? Нет. Вообще кошмар. При этом берег продолжают засорять. Сюда свозят строительный и промышленный мусор. Хозяина у этой прибрежной зоны нет. Но даже когда он есть, пляж не всегда блещет чистотой. Яркий тому пример – Щитовая. Там зачастую образуется свалка, которую убирать арендатор не спешит. Копится мусор. Не без помощи отдыхающих. Получается так – живем у моря, а пользоваться им так и не научились. Алина Черненко, Александр Бартовщук. Новости на Восьмом.